Всем привет. Пришла мне посылочка из Китая. Точно знаю, что здесь это кошелечек. Решил себе заказать, так как мой уже немного потертый. Решил себе заказать. Значит, это кожаный он. Почему там заказал? Потому что дешево у нас в Украине за такие деньги купить нереально. Отзывы вроде бы были все хорошие. Сейчас посмотрим. Пришел, кстати, очень быстро. Там и на сайте доставка от 18 до 30 дней. У меня получилось 2 недельки. И принесли мне его, кстати, курьером домой. То есть вообще удобно. Если только качество сейчас будет... Так, там, ну, я не жду ничего-то такого сверхъестественного. Сейчас посмотрим. Значит, вот такой вот кошелечек видим, да, упакован на китайском. Читать не буду, так как будет смешно то, что я прочитаю. Так, вот такая вот упаковка. Вот такой вот кошелек. Ну, слушайте, ну, на первый взгляд, ну, не скажу, что супер классно, но не очень страшно. Вот здесь вот вижу немножко клей есть, ну, он, вот его уже нет. Вот, ну, прикольно смотрится. Вышел он мне до 200 гривен, что-то 180 или 190 гривен. Ссылку оставлю, посмотрите. Значит, такой вот кошелечек. Берем эту прокладку. Ну что, ну, вполне себе достойный. Если это, конечно, кожа, тогда вообще вопросов нет. Смотрите, как все упаковано. Даже шарики есть для влаги. Там были в отзывах описания, что он типа сильно толстый. Но я не скажу, что он толстый. Разве он толстый? Да нет. Так, все, смотрите, работает. Молника работает. Кстати, очень хорошо сшит. Посмотрите, какие швы. То есть нигде не торчит никакая нитка. Ну, очень достойно. Единственное, кожа это или нет? Вот вопрос. Ну, давайте, вот, смотрите. Ага, это специально вложен кусочек, да, что ли, посмотреть, что это кожа. Ну, здесь кожа. Вот здесь вот, я думаю, можно увидеть. Ну-ка. Ну, непонятно, кожа это или не кожа. Не могу сказать 100%, что это. Вот это вложили, да, кожу. Сейчас. Вот. А здесь, вот на нее посыпалось с ней. А здесь... Ну, это же другой материал, да. В общем, я думаю, скорее всего, это не кожа. Но сшито прикольно. Качество мне нравится. Само как пошили. Видимо, их визитка какая-то. Скорее всего. Ну так, качество ничего. В общем, кому интересно, ссылку оставлю в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.